В законодательном собрании завершилась весенняя сессия. Депутаты ушли на летние каникулы. Во время заседания парламентарии рассмотрели 13 вопросов. Среди них был отчет об исполнении областного бюджета и внесении изменений в него на 23-й и плановые 24-й и 25-й годы. На заседании присутствовала и наша съемочная группа. В прошлом году доходы областного бюджета составили более 105 миллиардов рублей. Расходы исполнены в сумме 98 миллиардов. В частности, деньги направлялись на реализацию в 2022 году в регионе 12 национальных проектов. Сумма составила более 20 миллиардов рублей. Расходы на соцполитику, образование и здравоохранение составили 54 миллиарда рублей. В первую очередь 67% расходов идет у нас на такие госпрограммы, которые за собой ведут улучшение качества жизни населения. Это достаточно большой объем средств, это и развитие наших социальных отраслей, здравоохранение, образование, социальная поддержка граждан, ЖКХ. И второй достаточно существенный блок расходов областного бюджета у нас направляется на развитие экономики. Это не только непосредственно поддержка самих предпринимателей в рамках госпрограмм развития экономики, но и наше дорожное хозяйство, развитие транспорта. Во время заседания депутаты рассмотрели внесение в областной бюджет изменений на 2023 и плановые два года. Так, согласно принятым поправкам, в этом году увеличивается доходная часть областной казны более чем на 3 миллиарда рублей, а расходный почти на 8 миллиардов. В основном деньги направят на нацпроект «Безопасные качественные дороги», строительство и капитальный ремонт учреждений здравоохранения и образования, господдержки строительного агропромышленного комплексов. У нас есть и, конечно же, федеральные поступления, и дополнительные доходы, которые мы, например, получили от доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы, на топливо, а направление расходования задействованы фактически все отрасли: и здравоохранение, и образование, ЖКХ, дорожный фонд, социальная политика, демографическая политика. Парламентарии заслушали отчет о работе за 2022 год сенатора РФ, представителя от законодательного органа государственной власти Тверской области, заместителя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрея Епишина. Подробно Андрей Епишин остановился на вопросах формирования федерального бюджета, в том числе на предстоящую трехлетку. Уже сейчас, когда формируется концепция бюджета на следующие три года, ведется работа над включением в закон о бюджете определяющих для Тверской области позиций. В первую очередь работа с бюджетом, работа по всему спектру субсидий, которые предоставляются. И в первую очередь, конечно, работаем с теми направлениями бюджетных расходов, по которым решения принимаются не только исключительно на основе там, численности, или таких, где методики все-таки достаточно гибкие, где можно отстаивать интересы региона и получать, соответственно, больше средств. Кроме того, депутаты заслушали отчет о расходовании средств фонда социального страхования. В прошлом году средства фонда направлялись на предоставление жителям региона медицинской помощи в рамках ОМС, приобретение и ремонт медицинского оборудования для больниц и поликлиник, стимулирующие выплаты медикам, проведение диспансеризации и другие цели.